Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Певец Николай Басков, заболевший несколько дней назад на фестивале «Славянский базар» в Витебске, впервые вышел на связь с поклонниками и первым делом показал своим фанатам его любимицу кошку Шанель. Ну, наконец-то мы встретились. Я и моя Шанель. Ну, скажи что-нибудь. Мой сладкий такой, соскучилась со мной. Кошка породы Скоттиш Фолд так полюбилась фанатам натурального блондина, что они регулярно справлялись о ее здоровье, делах и характере. Но Басков редко показывает публике свою подружку. К счастью, после недолгой разлуки они снова встретились, и Николай показал, что с его любимицей все хорошо. Поклонников у веслоухой пушистой красавицы заметно прибавилось. Они поблагодарили Баскова за то, что он поделился сюжетом с Шанель. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.